Всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение игры Far Cry 5. Сегодня мы пойдем с вами в циркушку, но не то чтобы помолиться, а чтобы взять задание. У нас тут тогда в прошлой серии был какой-то афросвященник. У меня есть новости. Так, ну давайте пообщаемся, что он там. Не представляешь, как я рад вернуться в Фолс Энд. Твоя помощь неоценима. Рад, что ты здесь. Как видишь, Иоанн Сид разрушает жизни многих людей. Если честно, я не успеваю за ним. Эти люди нуждаются во мне. Они моя ответственность. Но это значит, что следить за сопротивлением стало сложнее. Будет возможность? Проверь, как там свиноферма Вудсонов. Я уже пару дней ничего от них не слышал. Это тревожит. Нам нельзя терять бойцов. Мы все тебе так благодарны. Так, сюжетное задание. Добрый самаритянин. Так, что это за задание и куда нам с ним лети? Так, дополнительное задание сюжетное. Ладно, что ж, поедем, посмотрим к этим Вудсонам, что у них там происходит. Так, отслеживать. Куда это вообще нам двигать? 1300. Ладно, поехали. Пёсик! Как его? Бумер! Вот интересно, напарники садятся, а собака, ну хоть бы, не знаю, какая-нибудь была бы анимация, чтобы он в машину садился. Так, погоди секунду, сейчас карту вткну, а то, уважаемые разработчики, данный как-то аспект не продумали, ну потому что логически, да, получается. О, собака рядом бежит, замечательно. Вообще капец. Издевательство над животными. Какая-то антенна. О, взорвать можно. А, вот как. Выкачали все наше топливо. Пригони пару их бензовозов в Фолс Энд, пока не стало совсем худо. И нам так поможешь, и им поднастрешь. Какое-то дополнительное задание, ладно. В общем, я решил дополнительное задание, скорее всего, буду проходить вне записи. А для канала буду выполнять только задания. Ну, буду это все дело записывать, может быть, какой... Оу, дядя, ты чего? Прости, бро, надеюсь, ты отделался легкими ушибами, хотя это вряд ли. Я еду где-то километров 80, наверное. Ну, ладно. Я думаю, здесь и более стрёмные есть грехи. Как тут людей распивают. Оп, давай, дрифт! Немножко неудачный дрифт, ну да ладно. А что, у меня там тракторист стреляет, что ли? Видать, посев был неудачен. Опа! Помощник, это пастор Джером. Все. Осторожнее у свинофермы Вудсонов. Сектанты убьют пленников, если заметят тебя. Твою мать. Незаметно. Так у них есть шанс выжить. Ты офигел, что ли, ё-моё? Тракторист, Вася, успокойся. Ты чё? Обыскать. Чё? Ну-ка иди сюда. Обыскать, чё он там ещё? Блин, смотри, у меня дополнительный. Получается, даже он мне не то, что находит то, что я могу найти. Он мне находит дополнительный какой-то ресурс у трупов. Это, конечно, очень круто. Не, ну свинью-то за что вы, чё? Эх. Тихо, бумер. Спокойно, сейчас разберемся. Для начала нам надо немножечко разведочку провести. Давай-ка высоту займем. Так, это просто зона. Так, бронированный ходит. Вижу заложника одного на улице. Один, я так понимаю, где-то в доме. Да, он в доме. Ладушки. Огнеметчик, блин. Так, и чё, получается, четверо? Тихо, бумер, тихо. Сейчас все будет, мой пес. Так, как-то мне надо этих пацанов на улице ликвидировать отдельно, да? Ладно, все, спускаемся. Так, давай-ка, наверное...
Бумер, работай. Это твоя вкусняшка. О, еще один, блин. Блин, я спалился. Чего такой неубиваемый? Ну я потерял заложника уже. О, взорвался. Еще есть? Так, ну хотя бы двоих оставил. Я не понял, отреагировали они на мои выстрелы или нет. Спокойно, спокойно. Так, где еще один заложник? Это что за взрыв был? Уху, нифига себе! Бумер, красава! И вновь все получилось. Твои успехи воодушевляют сопротивление. Люди находят в себе мужество, глядя на тебя. Ты напоминаешь Давида, победителя Голиафа. Не отступай. Ну как-то не все, конечно, прошло далеко не по плану. Блин, что? Сейчас, секунду. Помощник, это Мэри Мэй, и я в Фолл Сэнди. Хотела сказать, что ты крут. Но учти, эдемщики тоже не будут сидеть сложа руки. Если мы наносим удар, они делают то же самое. Иоанн сделает все, чтобы остановить тебя. Отправит вертолеты, вооруженные конвои, блин, может даже верных. Это элитные солдаты секты. Они опасны. Смотри в оба. Понятно. Главное, чтобы не было никаких галюнов. Остальное мне, в принципе, не важно. Усилила оборону на всех своих аванпостах. Будь осторожнее. Ой, знаем эти усиления. Ничего, разберемся. Ну, просто, скорее всего, там какие-нибудь бронированные огнеметчики и тому подобное. Шушера местная стоит. Так. Маленечко сенсу я тут поубавил. Все, здесь мы, в принципе, осмотрелись. Так, что у нас еще есть? Давайте смотреть. Куда нам дальше выдвигаться? Сюжетное задание. Тюрьма округа Хоуп. А здесь, получается, что, у нас больше ничего нет по задачкам? Я имею в виду не дополнительные. Дополнительные, скорее всего, за кадром. Просто здесь у нас еще есть задание. Так, пастор. Давайте, у нас что-то у пастора есть. Телепортнемся быстренько. Просто надо в этой области поработать мне. Как бы немножко поработать за кадром, немножко в кадре, вот. И уже выдвигаться дальше, а то просто как-то из местности в местность как-то прыгать, это не очень хорошо. Пойдемте. Патрошек быстренько возьму. Так, боеприпасы. А, не надо, окей. Ладно, пойдемте посмотрим, что там проповедник еще задвинет. Зверюшка, блин, обожаю, когда напарники звери, вот, честное слово. Помощник, сегодня я держал за руки пленников, которых ты вызволил. И мы молились Господу, чтобы он помогал нам и дальше. Спать спокойно, зная, что... Мы нужны людям. Помощник. Чем больше несчастных мы спасем, тем выше наши шансы на победу. Я укрою их, а ты возвращай паству домой. Вот это метаморфоза, да, смотрите. Он мне рассказывал по рации, есть и тут уже стоит, новости. Молчит. Так, сюжетное задание. Ну, давай посмотрим, мне что тут здесь, конечно. Твоя помощь. Те, кого ты спас на ферме Вудсонов, сказали, что в секте есть перебежчик. Он нашел убежище в трейлерном парке у озера Сильвер, но больше я ничего не знаю.
И я не знаю, когда Господь избавит меня от бремени заботы о раненых. Убедись, что этот молодой человек у озера Сильвер жив и здоров. Мы должны прощать. Если не будем этого делать, мы ничем не лучше секты. Ну, будем секта, которая умеет прощать. За помощь. Так, перебежчик. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что у нас тут. Перебежчик. У нас два задания добавилось, да? Перебежчик и... так, ну что-то это... Так, ладно, давайте перебежчиком займемся. 2000, но это далековато. Нам надо как-то туда поближе перенестись. Где это вообще? Ого. Так, и как я туда могу максимально близко вот отсюда, да? Давай. А, прямо оттуда. Это с нашего первого острова, я имею. Блин. Там придется вплавь, скорее всего, перемещаться. Потому что по дороге-то нам не по пути. Или можно было просто на вертолетную площадку бэкнуться и оттуда долететь на вертолете. Было бы быстрее. Тем более, если сейчас еще и зона оказывается, что там не будет конкретной информации, где находится. Ну, я думаю, наверное, такого не будет. Все-таки это не совсем настолько хардкорная игра, чтобы такие вещи делать. Есть все-таки более все окружение. Его мордовороты выкачали все наше топливо. Пригони пару их бензовозов, Фолл Сэнд. Опа. Пока не что-то... стало совсем худо. Я что-то интересное вижу. Может это взорвать? Ты им поднастрешь. Да-да-да, я слышал это. Так, это можно взорвать? Что это такое? Не, ну вроде это что-то от секты. Нам все равно в ту сторону, давайте подплывем. У нас беда. Эдемщики выехали на богословие. Так они называют свое чудище. Это ж сраный танк. Они хотят вернуть контроль над дорогами. Наш патруль попадет под этот каток. Им нужна помощь. Поторопись. Офигеть, у них тут, блин, задание просто прям как на дрожжах. Одно, другое, третье, пятое. Вы, ребята... Я в шоке вообще, тут на меня задания сыпятся, как из рога изобилия. Без работы, как говорится, не останусь. Так. Сколько у вас тут, пацаны? Он же явно не один. Я в это не верю. Один, что ли? Да ну. Так. Как тебя подорвать? Есть какие-нибудь вспомогательные вещи? Можно, конечно, попробовать пострелять, но что-то я думаю, наверное, это будет непрактичный вариант. А что, у меня есть бомбочки? Конечно, есть. Так, это у нас какая? Бесконтактная. Стой, что я там поменял? Вот это мне нужно. Так. Оп. Сейчас будет бум. Ай-яй-яй, ну что ж ты не отошел-то? Сейчас подниму тебя. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, как собака скулит беспонтово. Да ладно, не серчай, я тебе... Не знаю. Да ты издеваешься, что ли? Бумер, да ты мазохист. Так, все, здесь мы с этим разобрались, пошли дальше. 300 метров, блин, нам какой-нибудь транспорт, блин. Что-то это я... О, вижу. О! Он там не один. Мне хоть и в другую сторону, но я не хочу пешком идти. Там двое, походу. Его, по-моему, сбили. Зараза. Куда ты поехал, алло? Далеко собрались, пацаны, вы чё? Сейчас, Беренька, их обшмонаем. То я патрон на них потратил больше, чем нужно. Ну, в принципе, я всегда патроны трачу больше, чем нужно. Как бы это, в принципе, не секрет. Так, какая-то записулька. О. По-моему, кто-то... А, это свои проехали, ладно.
Все, теперь поехали на задание уже, в конце-то концов. Гони, шеф! Пересесть. Оба, прикольно. Заниматься со всеми делами. Так, ладно, поехали по дороге. Давайте метку поставим, может у нас навигатор там как-нибудь про... А, ну в принципе да, нам все правильно, по дороге потом направо. Так, 200 метров, надо, думаю, заранее также остановиться. Все, дальше пешкарем. Да, уже вон вражину видно. Вот, пацаны, привет! Я тебя покидаю сейчас, слышь ты! Кидала! Пальцами мотала. На тебе, блин! Кидает он у меня тут. Мирных жителей поубивали, уроды. Тихо. Дверь заперта. Я думал, новое оружие какое-то, но нет. О, еще двое. Сейчас, подожди. Сейчас мы им устроим сюрприз. Уйди, бумер! Помощник, послушай. Есть новости. Сектанты оружия. Я предупреждал. Так я вроде уже здесь, нет разве? Ага, понятно. О, здорово. Здорово, чуваки. Привет, привет. Если он хочет покинуть врата Эдема, поможем ему. Поможем. Так, аптечка. Ну уже, защищаем этого парня. Защищайте. Черт, Эдемщики сзади! Так, я так чувствую, будет жарковато. Вот это собака. Блин, водила вышел, да? Готов. Сейчас, подожди. Подъем, давай. Некогда валяться. Так, нас окружают. Куда собрался? Слышь ты, овощ. Воу. Видно. Отлично. Ух! Прикинь, да, просто взял, пробежал такой. Подождите вы дорогу, у меня патрон мало. Пацаны! Нате вам, блин! Подарок от меня! Где еще? Так, по-моему, там кемперас какой-то сидит. Ой-ой-ой. Не обижай мою собаку, урод. И все. Так. Патроны надо срочно. Помощник, я собрал всех, кого смог найти. Они встретят тебя на пристани, это недалеко.
Перебежчика на корму лодки. Понял, понял. Сейчас дайте я хоть немножечко здесь ресурсы пособираю, а то патронов нету. А птички прямо на ура ушли. Уже в пути. Доставь перебежчика к ним. Все, я понял, ладно, идем. Здесь же по-любому где-то должны быть еще где-то арсенал с патронами. Вот, например. Ой, не то. Да, тут он гранаточки. Че, мне тебя нести, что ли? Ну, подожди. Че мне с тобой делать? Ой, блин. Не дайте им забрать меня. Да не переживай, задница, я не позволю тебя забрать, наверное. А бежать я с ним не могу. Уведите меня. Блин. Где-то сзади, где-то спереди. Ладно, идем потихонечку. А что, нельзя его в машину упаковать и с ним по... Опа. Лежать. Становится. Буха, хорош разговаривать. Оп. Внимание, внимание, ты сдох. Прошу, опасно. Простите меня. Прощать тебя другие будут. Мне главное тебя отсюда вывести. Да вы что там, блин, из дупа повылазили, что ли? Откуда вы лезете-то столько у вас в таком количестве? Я не понимаю. На тебе другие врата. Пуля в лоб называется. Уберите псину! Да ладно ты, он больно не кусается. Не дайте им забрать меня. Я сваливаю. Куда ты сваливаешь, Кто там куда сваливает? Село, прикрывайте, давайте, с вилами, лопатами в атаку. Там меня сзади прессуют. Уведите меня. Он в порядке? Положи его, мы прикроем. Вот прямо. Ой! Что это было? Нам нужна твоя помощь! Не дай Светошам пройти! Так, покиньте лодку, защищайте. Окей, понял. Взорвал. Поможет тебе Господь. Навести меня в церкви при случае. Помолиться никогда не помешает. Боже милостивый. Седых волос не прибавилось? Твои подвиги чертовски... Грех отравляет. Он толкает нас на чудовищные поступки. Я знаю, что ты чувствуешь. Знаю не понаслышке. Но я могу помочь. Я очищу тебя от грехов. Освобожу твою душу. Будет непросто и придется помучиться, но... Это того стоит. Жди моих людей. Они приведут тебя ко мне. Не протився. Чем сильнее ты сопротивляешься, тем болезненней будет очищение. Охренеть! Ты прям на Солеону! Как же вы любите потрепаться! Короче, смотрите, видите, да? Птички... Кто там собаку мою обижает? Вы получили метку. Ну все, сейчас нас опять галюны начнутся. Блин, как меня вот эта штука вымораживает просто в этой игре? Зачем они это сделали, блин? Смотрите, птички, короче, висят, подошли вперед, полетели. Я вот не знаю, у меня есть смысл вообще сейчас... О.
Ай, блин, как меня это раздражает, вот это, блин, ну это тупо, тупо. Интересно, есть тому, кому вот эта фишка нравится? Если есть, то из тех хотя бы, кто меня смотрит, то пишите. Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Лишь тогда мы предстанем пред взором Божьим и пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Он не готов. Так это было уже, Эмма. Ты порочишь ритуалы, а? Это было, это повтор. Да ну что, еще и повторяется, что ли? Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар. Или отринуть его. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах вы твари! Нет, этого не было. Скорее всего, я это просто видел. Орби. Перепутал маленечко. У меня этого не было. Этот галюн у меня впервые. Окей. Поразишь их! Не вступай с ними в союз!
и не щади их. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Так, ладно, погнали удерживать, чем. Воу-воу-воу, ничего себе. Ой, снайпера. Так, погоди секунду. Воу-воу-воу. Спокойно. Так, пацаны, нате вам тоже в ответочку. Еще нате, еще нате, блин. Куда ты побежал, блин? Кто накурил, блин, ни хрена не видно. Где? Примирись с Богом. На тебе, примирение мое. Прямо отлично подъехали. Я убил его? Так, поговорите с пастором. Сейчас, пойди, секунду. У меня есть мысль. Мысль? Ну, если у тебя есть мысль, пойду, послушаю. Бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя. Давай, неси свою мысль. Я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Надо выйти. Так, найдите Мерла. Окей. Нужно ему помочь! Нельзя оставлять Мерла! Погнали за Мерлом! Во имя Мерлоков! Пошли, чё ж. Коль надо, так надо. Так, вот что заложники. Это подвиг. Чудом выжил. Спаси. Меня хотят убить. Богачи. Элита. Издеваются. Что это за взрывы такие? Это не я. Так. Это надо как-то обойти. Думаю, меня за... Фига себе, там подрывные работы. Есть там кто-нибудь? Ага. Там какой-то мост, походу, разрушенный, они с той стороны. Я понял. Это что за дичь? Воу-воу-воу, миномет. Воу, попали. И как мне от него уворачиваться? Блин, отсюда я не попаду. Так. Это, наверное, глупая мысль с моей стороны. Но другой мысли у меня все равно нету. На тебе! Прям в нос попал. Иди сюда! Куда ты побежал от меня? Нет. Ты чё, блин? Я не хочу креститься. Ты думаешь, блин... Сочи сектанты прямо жаждут загнать нас в бункер Иоанн. Так. Господи! Спасибо! Думал, где ещё-то? Мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Да, держусь. Две минуты. Ага. Берегись! Сигнальная ракета! Скоро они пришлют подмогу! За миномет! Не, я не хочу за миномет. Тебе конец!
Не, ребятки. У вас этот прикол не получится, как у меня. Эдемщики этим пользуются. Сектанты вызвали подмогу. Я снесу тебе башку. Я тебе голову оторву. Опа. Простите. Господи. Блин, нормально, я тут стою, долблю, получается. Твою далеко мать. Ты бежишь? Где стреляю? Готов? Бог припоясывает меня силой! Я тебя сейчас припоясаю. Перебьем их всех. На. Не хочу я из миномета, мне не нравится. О, привет. Ой, пацаны. Я все вижу. 30 секунд продержаться. Нате вам. Ловите, блин. Нате еще. Оу. Трубой-то больно, ты совесть имей. Еще нате. Вообще дела у тебя не алё. Куку не полезли. А можно вертолет побыстрее, а? Так, садится, окей. Я бегу. Все, валим отсюда. Да залазь ты. Все, вали, вали, вали. Пересесть хочу. Замечательно. Пересядь вперед. Что происходит? Мы будем улетать, нет, сегодня? Мэрл, садись. Что ты? Ё-моё. Да садись ты уже куда-нибудь, а. По-моему, что-то опять забаговалось. Хедшот. Блин, ты сядешь в этот гребаный вертолет, а, дубина? Ой, блин. Да вылезет из этого сраного вертолета. Садись. Все, полетели, блин. Аллилуйя. Фух. Трон нету. Вы отсюда такие маленькие букашки. Теперь ты понимаешь, что происходит. Они забирают нас против воли. Знаю, ты ищешь своего друга, но помощь нужна не только в Фолсенде. Yes. Когда мы наберемся сил, мы освободим пленников, каждого из них. Обещаю. Угу. Меня это уже как бы типа волновать, да? Окей. Оставайтесь с Мэрлом. Не хочу с ним оставаться. Где мой бумер? Верните мою собаку. Этот лохматый пусть валит отсюда. Шеф, куда мы пилотируем? На ЕС? Нормально, просто ЕС. Да. Просто да. В горах да. Прилетели? Отлично. Мы выполнили задание, которое, в принципе, выполнять я не собирался. Спасибо, что освободил. Я перед тобой в долгу. Фуф. Патроны мне дайте, должники, блин, вы. Я вернусь к сопротивлению.
Все, друзья, вот и бумер. На этом мы заканчиваем нашу серию. Спасибо всем за просмотр, лайки, подписка на ваше усмотрение. И увидимся в других прохождениях. Всем удачи!